Помимо аварии в Сургуте, Минтранс продолжает расследовать обстоятельства транспортного коллапса в московских аэропортах. Как сообщил Игорь Левитин, чтобы ситуация не повторялась, как минимум 30% энергообеспечения в крупных воздушных гаванях должно быть гарантировано автономными источниками. Соответствующее распоряжение министр подписал сегодня. Левитин уточнил, что такая система питания будет предусмотрена во всех аэропортах, которые перевозят более 1 миллиона пассажиров. Сейчас автономное обеспечение работает только на взлетно-посадочной полосе, перроне и некоторых службах аэропорта.